Не платежи за вывоз и утилизацию мусора в России достигли 70%. Правда, речь в данном случае идет о юридических лицах. О предприятиях, если так понятнее, число неплательщиков среди рядовых граждан остается на отметке примерно в 30-35%. Хотя и этот показатель тоже весьма высок. А вот дальше. Я не знаю, как это воспримете вы, но меня прям покоробила история о том, как ребята оттуда планируют решать проблему. На днях в эфире РБК глава российского экологического оператора «Некто» Денис Буцаев предложил ужесточить меры ответственности в отношении должников. Причем речь идет даже не о банальных штрафах. «Давайте нам полномочия», — сказал Буцаев, — «чтобы мы самостоятельно, безо всяких судебных разбирательств, приходили к тому неплательщику и могли из него долг выбить, ну, например, арестовать имущество или забрать что-то ценное еще раз». Для тех, кто пропустил мимо ушей, они хотят таких полномочий, когда они смогут заниматься такого рода вещами по своему разумению. Без суда и следствия. Обалдеть. Вот это мы довставались с колен. У нас уже около муниципальной служащей все эти операторы. Это не чисто частные предприятия. Там, ну, в каких-то отношениях они с муниципальными властями состоят. Так вот, представляете, до чего мы дожили? Около муниципальный служащий приходит в эфир федерального телеканала и выдает: «Слушайте, давайте рэкет для нас узаконим. Не платит Вася Кукарекин, мы его на счетчик активы отжимаем, а то сейчас как-то сложно все. Дело приходится заводить на юристов, тратиться в суд, идти дешевле нанять взвод мордоворотов, и вся недолга. В 90-е же оно работало. Что я могу сказать, ребят? А вот и наступило светлое будущее. Начинаем!» Есть, к слову, во всем этом еще один момент, на который стоило бы обратить внимание. Сейчас объясню. Вот смотрите, какая штука получается. Весь год после старта так называемой мусорной реформы мы слышим одно и то же. Резко выросло число неплательщиков и продолжает расти. Вон уже 70% предприятий за этот мусор не платят. Треть граждан, стесняюсь спросить, а никому в голову не приходило, почему не платят-то? Я, например, здорово сомневаюсь, что и коммерсы, те и физики просто решили на ровном месте проблем себе нажить. А может быть, денег у людей нет? Этот вариант никем не рассматривался. Давайте порассуждаем. С 1 января 2019 года мусорные тарифы выросли, причем ощутимо. До того, как нам с вами это удовольствие обходилось в среднем в 50-100 рублей в месяц, а потом вдруг стало 500-600 и далее. Я один понимаю, что для той бабки несчастной или многодетной матери, получающих подачку в 10 тыр, 500 рублей – это серьезные деньги, когда после выплаты всех обязательных поборов электроэнергии, коммуналки и прочего у человека осталось там 1000, 2, 3, а тут еще от мусорщиков письмо счастья притараканили. С коммерсантами та же история, особенно с мелкими. У него и так продажи упали. Он уже сам в своем ларьке сидит реализаторов, потому что пришлось сократить. Весь в кредитах, энергетики с коммунальщиками так же, как грушу трясут арендодатели. И тут появляется Буцаев. Братишка, мне тоже тридцаточку отслюнявь. Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Это первое. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше. А это тоже деньги. Надо, это же транспорт надо использовать, горючку надо тратить на это и платить водителям и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это действительно может быть дороже. С другой стороны, я, если честно, не понимаю позиции государства в этом вопросе. Ведь поддерживая драконовские тарифы, а затем и инициативы таких вот мусорных принцев Буцаевых, наши чиновники, по сути, уничтожают бизнесменов, плодят еще больше нищих. Ну а если до кучи физиков-должников из квартир начнут выкидывать армию бомжей, пополнят? Экономика, господа чиновники, это не математика. У математиков 2×2 всегда будет 4. В экономике арифметические законы работают крайне редко, ну давайте на пальцах.
Есть, допустим, в поселке Кузяево где-нибудь в Самарской области фермер. Этот фермер задолжал мусорщикам 500 000. Приехали буцаевские, забрали у того фермера активов на обозначенную сумму. Ну какие там активы? Теплица, разобрали, вывезли. Кусок земельного участка, теперь берем калькулятор и начинаем считать. То, что сам Буцаев займется сельским хозяйством в этой Самарской области, я здорово сомневаюсь, поэтому он будет пытаться продать отжатое. Бэушную теплицу за ее настоящую стоимость он не продаст. Максимум на металлолом за 3 копейки сбагрит. Земля в том Кузяево тоже вряд ли кому-то нужна, да еще по полной стоимости. Что имеем в сухом остатке? Буцаев свои 500 000 все равно не вернул, а вот предприятие кузяевского фермера угробили. Нет больше в Кузяевке фермера, который платил налоги, создавал рабочие места, может быть, даже в каких-то социальных проектах участвовал, он там елку на Новый год для детишек организовывал. Люди тоже остались не у дел, пьют теперь. Слушайте, это я такой наивный или ответ тупо лежит на поверхности? Хотите повысить собираемость платежей, снизьте тарифы, измените правила, сделав их удобными для народа, не для себя. Что за идиотизм? У тебя курица яйца несет, при этом жрать почти не просит. За каким ты из нее холодец варить собираешься? Это реальная журналистика, новости нашего дурдома. Поехали! А как вам анекдот с малогабаритными человейниками, что в Москве строить затеяли? Я про квартиры площадью 11 квадратных метров. Столичные чинуши обозвали этот проект «доступное жилье». И вот по-другому его хочу назвать, более правильно и честно, «доступное жулье». Потому что это уже ни в какие ворота, это откровенное издевательство над людьми. Вы можете себе представить квартиру в 11 квадратов? Это что, будка собачья? Ага, как в сказке Чиполлино. Помните, там сеньор Тыква всю жизнь мечтал о своем доме, горбатился, не разгибаясь, и покупал каждый год по кирпичу. В конечном итоге построил какую-то халупу, но в нее только собака и влезла. Хотя Радари-то как раз, когда данную историю описывал, охарактеризовал ее как сказку, ироничную сказку. В 21 веке, в самой богатой стране мира, та сказка стала реальностью. Ой, а пропагандисты как из штанов выпрыгивают, просвещая одураченных. Вау, вот это клевое решение, какие молодцы слуги народа. Решили проблемы с жильем для всех, для нас, раз и навсегда. В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица. В Москве дома с малогабаритным, но доступным жильем уже готовятся встречать новоселов. Экономия достигается за счет рационализации пространства. Площадь индивидуальной квартиры начинается от 11 квадратных метров. Однако, благодаря планировке, там есть все необходимое для комфортного отдыха. Ну а дальше чего ждать, когда эти с экранов телевизоров начнут блеять, как прикольно жить в коробках, там из-под холодильников, например, или о том, что трущобы – это проекты будущего. Еще, кстати, вот у меня идея родилась. Можно загнать людей под землю, но мы же с вами все равно все умрем. Вот, вместо квартир земельный надел 1 метр на 2 и глубиной на длину штыковой лопаты. Пусть Ваня там проживает. Пробьют его час, просто засыпали сверху и все. Ну, а теперь серьезно. А никто не помнит, с чего началась история с реновациями в Белокаменной. Ну там Собянин еще 1 000 000 человек отселить решил из центральных районов, помните? Так вот с чего? То, что центр столицы собрались освободить от муравейников и сделать там деловые кварталы, это только часть причины. Ну о чем еще-то тогда врали? Правильно, в основном центральные районы застроены хрущевками, они все малогабаритные. В этих клетках сложно жить современному москвичу. Необходимо ему пространство. Вот оно, пространство. В хрущевках-то хоть 25, 30, 40 метров у людей было. Сегодня им предложили 11. Давайте от общежития откажемся. И не надо искать законодательное закрепление этой устаревшей форме. Есть масса других возможных вариантов для молодежи, для студентов. Это молодежные кооперативы.
это такие дома с квартирами-студио, которые вот для начинающих молодых семей, для студентов и так далее. Ах да, про эту пламенную речь чуть не забыла, ведь действительно. Совсем еще недавно спикер Совета Федерации Матвиенко предлагала покупать студентам и небольшие кооперативы вместо общежитий, метров 50 для начала. Уже неплохо, говорила тогда тетя Валя, однако коллеги ее после, вероятно, посовещались и пришли к выводу, что 50 квадратов – это все-таки плохо. Пусть будет в 5 раз меньше, хотя, с другой стороны, господа, я вот тут подумал, покопался в интернете. На одного заключенного в нашей стране знаете, сколько полагается? От 2 до 5 метров, так что нам-то с вами, московские чиновники, еще королевские предложения делают, и это уже прорыв. Это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.